Фактор боли и ваш ведущий антигерой за деньги, лично под заказ, ваш милый из могилы Дэдпул. Привет, мама, добро пожаловать на Фактор Боли, единственную передачу, где участники сражаются за собственную жизнь. И запомните, дорогие зрители, меня можно нанять для тайных операций, убийства и праздничного поздравления. Не знаю, что меня больше удивляет, то, что он ожил, или то, что кто-то пустил его в телевизор. Внимание, сегодня у нас специальный выпуск, приглашенный гость пройдет все наши испытания. И кто же это? Ты, Человек-паук. Чего? Именно так, наш сегодняшний гость, наш добрый сосед, единственный неповторимый Человек-паук. Потому что ему нужно вот это. Телевидение – жестокая штука. Ты можешь прокатиться внутри. О, вот это размерчик. Как это называется? Гиперкомпенсация? Паучок, можно я буду называть тебя паучком? Спасибо, что согласился поучаствовать в нашем сетевом эпизоде. Ты ведь выпускаешь сеть? Так тебе что-нибудь принести? Воды, содовой? Как насчет осколка? Смешно. Ну хорошо, начинаем. Заставка. И три, два, и... Добро пожаловать на Фактор Боли! Можно его как-нибудь выключить? Привет всем, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить... Человек-паук, разрушенные измерения. И у нас на очереди Человек-паук-симбиот против Дэдпула. Нас пригласили на шоу. Нужно пройти все испытания, чтобы завладеть осколком. Вот. Неплохой выход, хотя, конечно, у меня получится лучше. Но нельзя ли сделать более эффективным? Поработай на камеру, а то 9 миллионов зрителей. Я тебе покажу, что я думаю о твоих камерах. Так, я сделал, короче, оригинальный костюм. Ну, надел оригинальный костюм, он мне больше нравится. Скажи, это было как акт милосердия. Если бы он действительно видел твою передачу, что-то там не успел, короче, прочитать. Ладно. Нажимаем на паузу и читаем. Слушай, паучишка, я не потерплю, чтобы ты разгуливал тут в своей дурацкой пижаме и разбивал мне камеры. За это ты сразишься с моей армией. И под армией я имею в виду ассистентов съемочной группы, а под ассистентами стажеров, работающие бесплатно, а под стажерами фанатов. Ты сразишься с моими фанатами. Самый тупой суперзлодей. Ну вот фанатики Дэдпула. Пришли. Ну, сейчас мы с ними разберемся, нам, в принципе, не впервые разбираться с чуваками, которые с бейсбольными битами. О! Чё он? А чё не уклоняется? Я чё-то не понял. Почему? Почему-то не уклоняется. У меня нажата защитная стойка, короче. Окей. Мы есть Веном. Ах ты, засранец. Так, все, отлично. Вижено фанатов 6 из 50. Окей. Смотрите, камера еще. Две из восьми камер уничтожены. А, нифига себе, мне камеры надо уничтожать. Ничего себе. Окей. Ну там наверху камеры. Окей. Ох, там здоровый фанат пришел. Дэдпула. О, а здесь уворачивается. Окей. Получи. Еще живой. Что происходит, непонятно. Куда-то в угол я его загнал. Really. О, получи. О, гранаты. А, все, улетел. Отлично. Так, где у нас еще там
камеры. Так. Так. Так, чувак, ты там нашпиговал патронами. В принципе, немного снял жизни. Так, где-то здесь была камера, нет? Показано. Куда-то наверх, что ли, надо ползти. Заползи ты уже, ну. Ой, не в того кинул. Окей, ладно. И так сойдет. Ух ты, какой он быстрый. Видели, как он шустрый? Ой. Там что-то все... Открылась какая-то. Отлично. Я что-то не могу понять, а где камеры-то? Здорово. Такой приемчик мы еще не использовали. Так. Тебя тоже вылечит. Так, где камера? Пропустили вон мы. Камера. Внутри вон там. Ух ты, она еще и стреляет, эта камера. Еще 4 штуки нам надо. Так. Ну, в принципе, тупо, короче, надо сражаться с фанатиками. Ух ты, сколько здесь огня-то. Тупо сражаться с фанатиками и рушить камеры. Еще не сдох. Вот эти такие стойкие чувачки. Смотрите, еще живой. Все, сдох. Отлично. Так. Еще одна камера внизу. Окей. А, вон она, вон там, что ли? Ничего себе. Here we go. Ух ты! Так. Здесь их слишком много. Но уже поменьше. Уже повыкидывал половину. Что это, в море или океан? Так. 3 штуки камеры вон осталось. Возвращаемся обратно. Окей, ребята, давайте. Так. Ай-яй-яй-яй, жопу подожгли. Один полетел в полет. Сейчас второго. Отлично. Так, где там камеры? Блин, еще бежит. Куда вы беретесь? Твари. Так.
Наверное, наверх надо, да? Давайте попробуем наверх забраться. Оттуда сверху-то видно, наверное, будет лучше. Где эти камеры находятся? А, вон они. Окей. Так, одна готова. Вторая готова. И последняя, да, осталась? О! Так, 8 камер уничтожено. Неужели ты думал, что у меня нет реализированного плана? Это прямой эфир, шоу не может останавливаться. Разбейте все камеры. Все камеры, а сколько их? Так. Да что, паса? Откуда они все берутся? Берутся и берутся. Лезут и лезут. Дэдпул их клонирует, что ли, или что там? Отлично. Так, где у нас камеры? Внизу где-то. Где-то здесь, да, одна? Получается. Вон, я вижу ее. Отлично. Человек-волк, ты следующий участник фантастической битвы. Выходи. Посмотрим, кто тебе достался. Твой соперник — невероятный гигант. Это мой приз? Ого, кажется, паука сейчас раздавят. И мы уходим на рекламу. А? Как же... Не волнуйтесь, мы вернемся к тому самому моменту, на каком закончили. Эй, парни, скорее сюда, помогите нашему герою размяться. Он вообще больной какой-то. Воу-воу-воу-воу-воу. Когда эта долбанная реклама кончится, Так, одна из четырех уничтожена. Да жесть! Ребята! У вас слишком много. Нашли вон. Столпились тут, блин. Чё-то чем дальше миссии в Человеке-пауке, тем вообще там жизнь какая-то начинается. Что со Скорпионом было вообще там? Трешак какой-то. Так, испытание пройдем. Кажется, пока сейчас раздавят. Взять его, Боргар. Боргар? Боргард? Человек-паук тоже удивился. Окей. Воу-воу-воу-воу, нифига себе он там. Вертушку. Жесть. Чтоб тебя. Получи. Ну давай, замахивайся. Боргар. Так. Don't try that again. А, все равно попал по мне. Блин. Его долго, наверное, бить придется. Этого Боргара. Ну что тебе нужно? Я Спайдермен, и что? О, отлично. Есть. Как жаль, где мне теперь найти такого же огромного и злобного фаната? Так, я не знаю, ты знаком с Беном? С кем-то там, с Беном? Так. У нас три камеры. Одна наверху. Одна вон там внизу. Давайте та, которая внизу. Пойдем, спустимся. Так, закрыто. Окей.
Вон она, закрыта. Через верх, что ли? Да отвали. Добро пожаловать на шоу Уида Уилсона. Приветствую вас, присаживайтесь, поговорим о том, что у вас всех на устах. Как вам Китти Прайд? А это правда, что вас мозг клонировали и поместили в тело девушки? Ладно. Я не успеваю там читать, короче. Так, осталось две камеры. Окей, одна здесь. Как туда попасть? Сюда, через низ. Воу-воу-воу-воу! Так не пойдет. Дурочка. Так. Где-то здесь обходной путь должен быть. А, вон наверху она. Да что ты? Воу! Она еще и огнем там пуляется, эта камера. Да отвали ты, ну! Этот живой еще. Так, вот эти чуваки с автоматами тут мешают сосредоточиться. Да что за подзагрузки еще? Так. А, о, вот. Нашел. Есть, отлично. Так, три камеры. Ой, одна камера осталась. И где она? Она у нас наверху. Да везде пролез, кроме вентиляции, блин. Как меня бесит это управление, а? Ну что ты, по трубе не можешь залезть, что ли? Без руки. Паркер без руки. Так, где у нас камера? Еще выше. Окей. Еще выше, так выше. А, вон она летает. Ничего себе. Где ты там? Родименькая. Да что ты не залазишь-то? Так. Еще заманали тут. Ублюдки. Тело, отлично. Где она? Да кто там еще стреляет, а? These cameras are his eyes and his ears. Better knock him out. Да я понимаю, что все камеры надо разбить. Вон она. Мне как-то надо наверх, да? Забраться.
Так. И вон она летает. Как-то я не знаю, надо. Так. Где она? А, вон летит. Где она? Так. Давай, 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 ближе подлетай, подлетай ближе. Блин, она... А, вон она. Я думал, она ниже полетит. И... Отлично. Вот так. Поздравляю, паук, ты испортил мне передачу и заслужил свой приз. Что? Так не пойдет. Плохой паучок, плохой. О, голова болит. Где я? О, смотри, мама, смотри. Да-да. Собственной персоной, неповторимый Дэд. О, ну, посмотри на себя. А что такое? Я думал, ты выше ростом, но ладно, будем избегать общих. Дэдпул, спасибо, спасибо, цветов не надо, лучше пересылайте деньги. Не обижайся, но ты вообще маломерка. О, драка с Дэдпулом. Так. Здесь битва получается, наверное, будет просто его мочить. Так. Как обычно, Дэдпул своими прыжками и с выстрелами. Ах, ты засранец. Wally Webbs here. He can't twist my doorknobs. Wally Webbs? Seriously? Here we go. Отвали ты. Hey, thanks for helping me work out my aggression. Так, где он? Вон он. Ублюдки, а? Мешаются только. Hey, why did everybody fall asleep on me? На, получай. Так. Что-то он какой-то. Блин, а как это сделать? Я что-то не могу понять. Окей. А, вот, сзади надо, короче. Окей. Продолжаем. Ублюдок. Я так и знал, что он это сделает. Так, где ты? Блин, вот надо же было в бочку. Так, окей. Я что-то там свалился в воду, короче. Вот. Надо его... Так. Отлично. А, взорвался. О, здоровый пришел. Так, не обращаем внимания, короче, на этого здорового. Нам нужно мочить Дэдпула. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, чуть-чуть тебе осталось. Куда? А, вон он.
Так, и... Да, лучи. Чуточку совсем осталось. Да чтоб тебя загнали в угол. Я только что вспомнил, мне надо почистить зубы. Убегаешь? Понял, что я надеру тебе задницу и решил слинять? Я не убегаю, просто хочу найти словарь и посмотреть, что значит слинять. Слинять. Гениально. Моя маленькая... Мой маленький цветочек, чего? Тебе, наверное... Ладно, это того стоило. Блин, я не успел прочитать. Хочется посмотреть на экраны, на... прочитать субтитры. Там, сами, если что, читайте, короче. Еще мне надо наверх. Так. Понятно. Ясно. Несложно. По сравнению с Редимером это несложно. Так. Слушай, мне нравится твой костюм. А мне твой. Тоже купил его по каталогу сувениров для фанатов. Нет, в магазине подарков, если прийти туда, лично тебе... Да ты что, прямо в магазине? Да, мерку снимают сразу, пара дней уходит на то, чтобы все подшить, но это того стоит. Да, я и говорю, прикинь. Чувак, чувак, повернись, я посмотрю, как он сидит. Да, должен сказать, это класс. О чем я и говорю, прямо под меня сшит. Так, окей. Любуюсь своими костюмами тут. Так, а чем мне опять камеры? Так, окей, сколько здесь камер? И снова она в какой-то дыре, блин. Отлично. Так, пошла вон. И еще одна. То есть не одна, а остальные. Так. В смысле? Я думал, они здесь, они еще выше. Да заманали вы тут мешать мне. Блин, летающий. Окей. Так, мне надо как-то наверх. Жесть. О. И... Одна... И... Где-где-где? Вторая. Отлично. Окей. Одна готова, вторая готова. Отлично. Эти еще электрические штуковины. Так, еще одна. Вон она. Окей, и где они? Наверху. Так, чувак, с щитом, я не буду с тобой, короче, связываться, нафиг, пошел. You don't look so good.
Окей. С какой стороны-то подлететь тут? Ниже. А вот они. Так, одна готова. Жопу мне подожгли. Окей. 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 Еще одна. Оп. Да что ты? Твою мать. Отлично. Выше. О, как меня достали эти камеры. Просто. Я думал, будет что-то поразнообразней. Так, 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 где она? Добро пожаловать на шоу. Читайте, короче, сами, друзья. Я не могу отвлекаться. Так. Где еще одна такая камера? Внизу. Где выход? Пипец вас тут набежало. Как мне выйти? Или мне со всеми надо разобраться? Пошли вон. Так. Фанатиков накопил же себе. Отлично. Чё там стульями кидаешься? Так, я смогу выйти-то или нет? А, он один остался, да, пока? Отлично. Так, мне нужна камера. Где она? О, внизу. Вон она. Блин! Еще повылазили. Так. Есть. Надеюсь, это все. Поздравляем, вы дошли до этого этапа и получаете в подарок домашний вариант игры «Фактор боли». Теперь вы можете подвергнуть опасности своих близких, не выходя из дома. Я вручу вам приз. Можно в качестве награды заткнуть тебе глотку. Так. Брутальный походняк. Ты действительно решил запереть меня в комнате? Как будто я привязан к земле? Снова началось. Дайте мне уже надрать задницу этому Дэдпулу. И забрать осколок. Что-то он мне... поддостал меня уже немного. Со своим фактором боли. О, там еще и здоровяк идет. Так, а мне не выйти, да? Че там все балаболит? Блин, эти щитами еще тут. О, боже.
Они еще тоже наверх забираются. Не понимаю, не понимаю, мне надо всех перебить или куда-то свалить. О, отлично, выход. Да не сюда, да отвали. With highs in the mid-60s and a low of 75. On the bad news tip, viewers are advised to seek higher ground, because we're about to have a massive tidal wave tear through here. Looks like it'll be caused about 5 seconds from now by some nutty feather plucker detonating a whole mess of explosives underwater. Of course, the question is, who would be crazy enough to... Oh, wait, it's me! Что было? Не надо на ту сторону. And he's off! It's a good start for Swinging Spider, who quickly claims the inside, joined now by Rising Waters. Certain Death is up to third, followed by Soggy Corpse in fourth. But on the outside, moving up fast is Tidal Wave. Tidal Wave making his move as they come down the stretch with an eighth of a mile, and Swinging Spider. Чё притормаживает? Ну, подзагрузки какие-то непонятные. Что в серии со Скорпионом, что в этой серии. Непонятно. Воу-воу-воу-воу. Надо было, короче, просто это... Успеть. Что за как сосиска тут? Жесть. Надо успевать, короче, пока волна не поднялась, не добралась, точнее, до перекладины. Так, и подмочил костюмчик. Так, еще один выступ. Не туда на корабль надо, что ли, быть? И... Отлично. Корабль надо. Давай, паучок, давай. Я знаю, ты сможешь. Отлично. И вот он, измученный, грязный, тот, кто тонул, но выжил. Человек-легенда, супергерой, мини-мутант. Интересно, злодеи тоже считают, что я слишком разговорчив? Не надо отвечать. Ну ладно, я уродлив маг-злодей, сейчас я тебя ликвидирую. Снято, готово. Всем спасибо, отличный эфир, прекрасная передача, держи, малыш, ты это заслужил. Спасибо. Все по-честному, да? Кстати, зачем вообще нужна эта штука? Долгая история. Если коротко, она дает владеям сверхспособности, поэтому я... Погоди секунду. Это реквизит. А шоколадо-батончик. Я хочу батончик. Мне так нравится. Наконец-то смеяться над моими шутками. Че? Угадай зеленое и шумит. Жесть. Так, окей. Оу. Без разницы, да, кого бить, я думаю. Надо просто бить. Так. Гранаты. А, мне надо было убегать, что ли? О, жесть! Вау! Да в смысле, а что делать? А, второй раунд. Окей. Да ни в одного не попал, блин. Еще за бред.
Отлично. I want to smack some sense in you, but I don't have that many smacks. Ай-яй-яй-яй, держит. Bear or a shark? Так. Да, серия такая насыщенная получается. И довольно такая долгая. Ладно, да, отвали ты, но... Сраные гранаты, блин. О, жесть. Так, там появляется, в принципе, когда... О, жесть. Засранцы, а? Залазю, короче, на этот... На решетку, а меня стискивают. Так, один готов, что ли? Крутяк. Второй готов. Че, мы один на один остались, да, с тобой? Во-во-во. Чуть-чуть осталось. Есть. И... Мы вернемся к вам очень скоро. Еще одно задание выполнено. За него ты получишь высокий балл. А за остальные... И, кстати... Как мне теперь вернуться домой? Ну что ж, друзья. Победили мы. Дэдпула. Неужели? Серия получилась такая подзатянутая. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Вот. И довольно такая насыщенная, много экшена. Много очень экшена. Субтитры я там не все успел прочитать, потому что не успевал и следить за субтитрами, и следить, что на экране происходит. Вот, так что там сами либо на паузу нажимайте, читайте, либо так читайте, если успеваете. Вот. Ну и на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И всем пока-пока.